Ой, высоко туда! Медлячок, чтобы ты заплакала. Мама, я гей. В дымном плену. Ну, поете вы пока что не очень. And if someone is afraid of the pain that life brings to you. Это как? Это пранк или... Обманщик? Ну-ка давай, рассказывай. Спасибо, спасибо. Я вам больше не нужна. Друзья, всем большой привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. На целую неделю пропал для того, чтобы снять для вас годный контент. А именно, нашел на Авито преподавателей за 200, 300, 400 и 1500 рублей, вышел с ними на связь, притворился, что не умею петь, слушал их задания, распевался и в конце вжаривал как следует. Хайпанем немножечко. На самом деле, это не просто пранк над преподавателями, это еще и полезный контент для вас, вы можете взять для себя полезную упражнения. Воровать неплохо. И если вам понравится данный формат видео, дайте знать лайками под этим видео. 20 тысяч лайков, выпуская новую часть. Кстати, среди комментаторов, интересных комментаторов, выберу троих и разыграю среди них 500 рублей. Ну что, я думаю, пора начинать. Поехали. Меня зовут Анастасия. Очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Раиль, очень приятно тоже. Ну, в общем, я выбрал песню «Все решено» Валентины Стрекл для того, чтобы сделать такой юморной... Да, прекрасный выбор, я уже послушала. Вот, песню хочу спеть другу. Oh my! Но надо подготовиться, а у меня пока что так себе получается. Вот, хотел бы подрепетировать ее. Ну, давайте. Спою куплет, да? Попробую. Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мое сердце вновь биться. Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь, не удосужившись даже проститься. Ну, поете вы пока что не очень. Я думаю, стоит поработать немного над звуком с помощью распевок. Идет? Возьми за яйца! Ну да, давайте, давайте. Дальше есть такое очень замечательное упражнение на звук «ней». Он должен быть таким плаксивым, немножко даже звучать в нос. Это поможет вам развить головную позицию. Ней-н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 ей. Чем отвратнее оно будет звучать, тем лучше. Ней-н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 ей. Да. Это было очень ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней. И вот попадайте в воздух. Спасибо за упражнение, понял сейчас, как надо будет заниматься. Я даже что-то разогрел свои связки. Кажется, что получится припев. Да ладно! Все решено, мама, я гей, папа, я гей. Можете просто промолчать, можете злиться или беситься. Мне на это наплевать. Я так, не знаю, но... как. Я аж от испуга задела клавишу. Это как? Это пранк или... Этого не понял никто. Вы только что мне показывали, что вы абсолютно... Ну, вот как будто слуха даже не было, а тут... Ну, это... волшебные распевки ваши помогают. Спасибо огромное. Но это не точно. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Ну нахер. Ну вот как-то так. Все? Вся песня? Ну, что-то не получается толком. Вот, не сдерживай себя, прям расслабься, можешь попить себе на здоровье. Давай сначала. Значит, смотри, начинаем высоко-высоко. И так вот, помнишь же, как они пели? Кто это, жуки у нас были или кто пел это все дело? Жуки. Вот. Пели отвратительно, гнусаво, так вот, жалостливо-жалостливо. Давай попробуй тоже жалостливо-жалостливо. Когда мы жалостливо поем, у нас получается высоко достать. Мы жалуемся, холодный ветер. Да, давай попробуем. Ну, да, точно его манера. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что
Как-то так. У меня, вы видишь, пес, вы... у меня там пес сидит, он наш вылез, ты он понял, что ты обманываешь нас. Ты нормально поешь, тебе не надо никакого преподавателя. Понимаешь, даже пес мой понял. Пес даже понял. А мальчик? Ну-ка давай, рассказывай. Колись. На самом деле, мне понравилась ваша фотография на Авито, и я захотел познакомиться с вами. Ты что несёшь? Понятно. А вы замужем? Ну, мне очень приятно, да. Вот, я замужем. А где колечко, да? Вот оно. Далеко, да, не особо. Ну, повезло парню, мужику. А то. Небольшое объявление, ребята. На днях мы открыли, наконец-то, нашу онлайн-школу по гитаре, в которой ты сможешь научиться не только играть на гитаре, но еще и петь, уделяя этому лишь 30 минут в день в течение 6 месяцев. Здесь с самых первых уроков ты не просто играешь на гитаре, но еще и поешь. Мы тебя вместе с Оксаной Шигаповой будем учить, тренить и менторить. Хочу сделать подарки, ребята. В следующем видео я разыграю 5 абонементов на месячное обучение в моей школе. Для этого такие простые условия. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк этому видео. Поехали! Ну, давай познакомимся, да? Меня зовут Нарине, тебя Раиль, да? Да, меня Раиль зовут. Я из Казани, а ты откуда? Из Казани? О, да. А я из Москвы, вот. Я изучал. Вот, скажи мне, пожалуйста, я знаю, что ты мне сказал, что ты хочешь где-то петь, да? Я так понимаю, вот у тебя есть песня. Я ее прослушала, в принципе, вот эту вот... Кассандра? Яги, да? Да. Ну да, я так понимаю, что ты ее хочешь, да, где-то спеть. Да, на день рождения друга. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую? Я хочу вот забабахать ему эту песню. Да, ну окей, давай ты мне что-нибудь тогда споешь. Ну так. Давай припев этой тогда, Кассандры. Она на английском. Давай. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, he breathes you and tells you nice to meet you. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, ты выдал, вообще умничка. Крутой. Умеете, могете просто. Я прям вообще тут кайфанула. Хорошо. Ты первый ученик у меня за все это время, который так поет. Да. Боже, из парней ты единственный. Вот остальные, вот их прям, ну, у них это вообще, то есть, чтобы до такого уровня дойти, надо годами. Спасибо, что покушать дали, а то я прям только с электрички, извините, я в Москве была долго сегодня. Бывает, да, да. Все только хорошо? Приехал, пока до тут допилишь, да. Все, слушаю вас. В дымном плену, в угаре пьяном, жизнь моя пошла по ресторанам. Значит, сразу, стоп, сразу нужен посыл. А в чем фишка-то? Чтобы вот начать, нужно зацепить как бы человека вот этой вот искоркой, да, вот, вот изюминкой, сразу с первых фраз. Вот вы как, вы знаете, как должны быть как в роли экстрасенса такого, оп, и все, и к себе притянуть всех зрителей, значит. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот сейчас вы немножко тянуть. Гарри, я, вот, то есть, вот, я понимаю, что там сразу скачок, но никогда, запомните, в вокале нельзя тянуться за голос. Без вокала нет вокала. Чем выше нота, вы ее должны ниже представлять. Та-да-та-да-та-да. Ее вниз, вот высокую ноту вниз посылать, и вам будет легче, а то вы перейдете на горло, вам это не нужно. Но тем не менее, вот все запомните, вот на всю жизнь любая песня, любая, она должна быть, вот каждый звук должен перед собой, запомните, одна траектория. Не надо. Сразу, как будто в более нижней подошла ноте. Потому что если мы будем думать, ой, высокая нота, как это ее сделать, понимаете? Никогда. Потому что мы до нее будем тянуться, это и это чревато для наших связок. Это делать не нужно.
чтобы воздух оставался. Какого хуя ты предаешь мою школу? Если вы где-то можете, вы посмотрите на человека, поскольку вы для него поете. Это та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ведь можно вот-вот-вот-вот. Да, смотрите. Все, понимаете, это что? Вот. Вот это было хорошо. Еще раз, вот прям вот начало вот это. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Тебя ищу, тебя забуду, по ресторанам. Тянуть, тянуть, тянуть. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Молодец. Тебя найду и потеряю, по ресторанам. Умница! Угу. Вот поняли, что значит тянуть букву? Вот оно даже за душу хватает. Вот теперь меня захватило, потому что вы до конца вот это вот «а-а-а-а», вот прям вот «ух». Вот у меня даже мурашки, я серьезно говорю, вот сейчас идеально было. Да ладно. Потому что когда вы весь сам в себе, это никому не надо, это называется звукодуйство. Пустую. А вот когда от души идет каждая нотка через сердечко-то, во, получается. Ну что, ребята, на этом наше видео подошло к концу. В комментариях напишите, какой преподаватель вам понравился больше. Взяли ли вы себе какую-нибудь методику, распевку, полезную фишку по вокалу. Обязательно занимайтесь. Все мои видеокурсы находятся в описании под видео. Как старые, так и новые в виде нашей онлайн-школы «Хижина музыканта». Не забывайте ставить лайк этому видео. Если набираем 20 тысяч лайков, я продолжаю снимать для вас данную рубрику. Всем до скорых встреч, пока. Сейчас кишечником поработаем, потом плечо ваше посмотрим.